Сейчас мы побеседуем с одним из организаторов благотворительного показа «Модная помощь» Екатериной. Здравствуйте, Екатерина. Как пришла идея провести такое необычное и полезное мероприятие? Здравствуйте. Ну, на самом деле, идея пришла спонтанно. Связались чисто случайно с модельным агентством Fashion Rose, после чего побеседовали, и возникла вот такая идея замечательная. И как-то все так раскрутилось, и мероприятие проходит очень весело, очень замечательно. I couldn't help it, just wanna feel you again.